Первое впечатление такое, словно какие-то хулиганы плеснули краски ночью. Долго не мог поверить, что это от водорослей. Потому что, как говорится, натурально, как краска смотрится. Вот видите. Если вот очки взять, через них еще лучше. Где у нас объектив? Вот. Вот у нас очки-то объектив. Вот отсюда. Через очки я сам видел. Вот зеленая полоса, голубая полоса. Вот, когда наверх поднимусь, видно будет еще лучше. Я еще там через эти очки обратил внимание. Скоро, наверное, весь город сбежится на это чудо. Вот девушка такого же цвета. А девушка уже платьице успела покрасить. Подлепа. Блин, вот я в очках. Стою. Еще раз попробую. Через очки. Вот. Надеюсь, видно будет. Бабочки, бабочки. Наши очки. Офигеть. Вот, бабочка села. Ну-ка еще раз через очки попробуем. Я же сегодня вынужден отложить свои плавания, купания. Хотя там на озеро можно сходить. Рядом есть. На озеро можно. Во! Через очки вообще видно полосу. Конкретно видно. И еще раз попробую через очки. Ну, у нас там вот. И бывает вот в природе, если одуванчики полетели, их эти цветочки, значит, лето кончилось, или, в смысле, тепло кончилось. А вот здесь я не знаю, означает ли то, что идет похолодание, если они, по сути, испортили. Раньше ведь тоже волны были, ветер был, волны были тоже такие же, кстати. Но трава вот эта вот, водоросли не сбрасывали вот эту гадость. А сейчас сбросили, по всей видимости. Второй фрагмент я сверху снимаю. Через очки. Как-то красный смотрится, зеленый, красный, голубая полоса.